Серый пойдет добивать вчерашний, на котором около 100 монет выскочило. Костян тоже пойдет. Ну, а я думаю, надо новую разрабатывать. Так что приятного вам просмотра. Ребят, мы вот рядом вот этот дом, наверное, ночью начнем. Здесь этот дом мы хотим сейчас. Сейчас мы очищаем фундамент и вытащили это, первый венец. Вот, здесь вот мы сейчас будем прозванивать. Сейчас будем. Но вот здесь вот уже, ребята, звенит. И это будет находка Пашина, если там будет моя. Там это моя будет. Ты вообще сказал... Смотри. Смотрите, 31-32. Это медь или серебро. Или пробка. Во-во. О-о-о-о. Что это? Это двушка, давай. Николашка. Ну, да, смотри, гладкий такой, да? Это стопудово был между бревнами. Вот, вот он прям. Прям из-под бревна сразу вышел. Так, Паш, пошли на тот угол. Идем. Ребят, не шурфля. Уже пошли монеты. Сереж сказал, здесь будет монета 61-го. Вот тебе, царь Николай. Что-то вон там, ниже. Нет? Ну ладно. Ну ладно, откопаем. Вы это об этом точно знаете. Ну что, ребят, убрали венец один. Хотя это не венец, наверное. Опорная балка. Опорная балка. И как бы пошли находки. Сережа там ворошиловский стрелок был. Гильзы, гильзы. Ложки где? Показывай. В какой руке? О, ребят, это я видел в интернете. Это посмертный, тем более он в металле, в тяжелом. Насмерть Ленина, так называемый. 1870-1924 год. Вообще огонь, да? Вообще бомба, ребята. Информацию, исторический факт я вам прикреплю. Они, кстати, разных много. Да. Вообще ништяк тяжелый. Поел. Ну а сейчас давайте, ребята, по традиции я вам расскажу то, что попало мне в руки. А попала достаточно интересная вещица, но не редкая. Это у нас знак. После смерти Ленина появилось большое количество траурных знаков. Большинство из них представлял флаг с изображением Владимира Ильича Ленина и его годами жизни 1870-1924 год. Ульянов Владимир Ильич 1870-1924 год. Политический и государственный деятель, организатор КПСС, основатель Советского социалистического государства. Являлся одним из основателей Российской социал-демократической рабочей партии. В 1917 году руководил вооруженным восстанием в России. Было большое количество разновидностей. Также выполнялись из серебра, бронзы и латуни. Существует и разновидность с изображением мавзолея. Цена на траурные знаки стартует от 3000 и достигает 40000 рублей за редкий экземпляр. Так что продолжаем смотреть интересный шов. Приятного вам просмотра. Ну что, ребята, Серега распечатался цариком. У него копеечка царского Николаевского образца 1916 год. Вот такая вот копеечка. Пойдет? Пойдет. Сейчас у нас еще комрады приедут. Держи. У меня, ребят, вот из этой ямки, я вам не показываю, но нашибал уже вот такое количество находок. Трешки были, копейки, двушки. Вот как-то так. Пойдет, пойдет. Только что выключил, ребята. О, смотри, крупничок что-то. Двушка. Да нет, что-то это какая-то фигня, что ли. Да нет, царь, двушка. Да нет, она... А легкая что? Настранчина. А, это пятак, ёпт. Угаженный просто, да? Да.
Пока что сверху, надо что срубать, что ли, вообще. Сейчас бревно еще ничего. Не знаю, 40-й, по-моему, или 30-й. Где же? Пошло дело? Пошло дело. Только начали. Всю ночь мы его будем бомбить. А? Возможно, ты был прав. Еще одна бутылка. Ребят, у меня бутылка была, вот она. И я предположил, что это Пепси. Одна из первых, ну, Пепси там, 50-е года. Вот одна бутылочка. И вот Костяночек к нам пришел, тоже на фундик. И вот он тоже еще одну. Тоже 55-й год, 02. Вот, тоже 02, ребята, такая. Коцаная маленькая. А, да, горовская, ёпта. Ну, мне кажется, это все-таки Пепси, блин, Костян. Не знаю, мне кажется, это уксус какой-нибудь или масло. Да не, уксус вряд ли. Они, блин, уксусы треугольные были до скончания веков, блин. Чего? Монетка это. Пуговица. Это монета о четырех дырках. Пуговица, да? Ну, это обманка часто. Паш, ну верховая это ложка, ёшкин кот. Все? Даже ложки нету. Ваниш на шурфе чудный прибор. Вообще как автомат Калашникова. Чока. Булавочка, блядь. Че копать хрен. А, да, булавка вон, смотрите, какая. И это говорит. Булавка. Это говорит человек, который работает с Делсом, да? Да. Пацаны, ребята, уже угорают. Говорят, контент напилим, вообще классно. Смотрите, как эмаль. Нигде не откололась. Раннего ЛКСМ. Ребят, в конце видео я вам покажу. Вот он, значок ВЛКСМ, и который поднял вчера Серега. Он размером со звезду тот ВЛКСМ. А этот вот. 4 раза меньше он этот. Да, 4 раза меньше, блин. Комсомольцы, добровольцы, надо верить, любить беззаветно, видеть солнце порой предрассветно, только так можно счастье найти. 29 октября 1918 года в молодом государстве был создан Российский коммунистический союз молодежи. Первый знак был учрежден в 1918 году и представлял небольшой красный флаг со звездой и аббревиатурой РКСМ. Вручался он вплоть до 1923 года. Знак является редким. В октябре 1922 года на 5-м съезде комсомола был утвержден новый вариант знака. На флаге в круге изображена звезда, а в ней вписаны буквы К и М. КИМ. Коммунистический интернационал молодежи. Значки вручались членам комсомола. Существует большое количество разновидностей. На булавках, на закрутках, на цепочке. С разной отделкой эмали. Из-за большого количества разновидностей цена значка варьируется от 1000 до 20 тысяч рублей. Да, недаром мы песню запели про лихой 18-й год. Эти юноши в старых шинелях испытали немало невзгод. Шли с рабочих окраин ребята за родную советскую власть. Эти парни в матросских бушлатах поклялись победить или пасть. Следующий тип комсомольского значка был утвержден на 3-м пленуме ЦК ВЛКСМ в 1945 году. Знак повторял предыдущий, но вместо КИМ использовался аббревиатура ВЛКСМ. У значка существует множество типов, и они различаются по заводам-изготовителям, металлу и способу крепления. Средняя цена значка – 500 тысяч рублей. Но это другая история. Был еще один вариант значка ВЛКСМ, более позднего варианта. И просуществовал он вплоть до 1991 года. Надеюсь, вам было приятно, а сейчас возвращаемся на наш шикарный шурф. Приятного вам просмотра. Еще огонь. На, держи. Паш, ты, наверное, не уедешь в Казань. Да я уже что-то для... Ребят, интересная находка.
Ого, да она хорошенькая. 3 копейки, 24-й год. Бодрый сохран, смотрите, бодрый. Ну, знаете, как бы вот без этого, без бодрого, хорошего сохрана и по ней не садануть, а? Сегодня все отличились, все рукожопы. Чё это? Чё, ты ничего не сделал? Нет. Косяныч у меня крестик сломал, я у него ломал. Колечко сломал. Сережа, бля... Не забудь про кокарду. А, кокарду тоже я поломал, блин. Короче, день рукожопых сегодня. Держи. О, что-то еще там. Ух, как красиво, да? 48. Ложка, да? Ложка! Серебряная? У нас Костян все серебряное откопал, на, держи. Ребят, наконец-то там и у Костян тоже распечатался. Не, уже включил. Видео пилишь. Процесс, да, процесс чистки. Вот Костяныч вот так вот дотошно к каждой монете относится. Каждую выкупную монету так вот трет. И мне все равно, что говорят. Не знаю. Смотрите. Может, трешка? Нет, это серебро. Так, давайте через камеру посмотрим, что это. Ну, не знаю, что это такое. И я не знаю. Через камеру не. По звуку серебро. Да? Ну, значит, серебро. Фишер расшибаться не может. Ну, ладно, пойдет. Ребят, у меня вчера серебрышко было 15 копеек. А сегодня немножко планочку подняли. На этот раз у меня 20-ка выпала. 27-го года. Вот такая вот. Да, у меня, знаешь, такая череда вот таких костей. Для чего они? А я не знаю, не знаю, что это. А у меня вот винт от самоварной ручки. Там у Сережи что-то тоже пиликает. Царь у тебя, да? 27-й год, 20-ка. О, проволока, это нечасто, находка нечасто. Алюминиевая, кстати. Да. По-моему. У нас скоро должен Женька приехать. Молока привезти. Молоко будем пить. Кенгуха у меня это лежит, носом клюет, спит уже. Да, мальчик? О, надо за ведром идти. Ребята, я металлолом увезу с фундаментов. Ой-ой-ой. Завтра покажу. Обзор. Вот смотрите, вон там не дождь херачит. Нет. Вот такая, знаешь, такая-то. Туман уже пошел. Туман пошел уже. Че там, сер? Гильзач. Итак, ребят, мы вернулись на наш коп. Сейчас приедет у нас еще небольшая делегация, классная делегация. Обязательно буду снимать. И вот смотрите, какая. Ребят, весовая гилька выпала. Зачетная. Почисти с одной стороны. Да? А что? Потому что медная вставка должна быть с весом, если она царская. Ни раз не видел, Сереж. Вот здесь вот. Вот здесь или с той стороны медные вставки должны быть. Не знаю, ни раз не встречал. Ну ладно, для информации нормально. Понятно, зачетно. Ребята, как вы слышите по сигналам, у нас довольно-таки стало веселее. Хотел вам заснять камушек, но хотел сделать так, чтобы, ну, надломил камушек. И вот смотрите, видите, слепочек раз, слепочек два. И решил его надломить, чтобы не стал лохом, блин. Чтобы там, блин, не было какой-нибудь пробки. И это у нас царская трешка. 1900 год. Ай, какая вкусная! Хорош. Да, вроде как в сохране. Зачет, зачет. К нам делегация едет. Будет сейчас веселуха. Прям настроение поднялось.
Да не в штанах, ребята, а просто настроение поднялось. Нам-то не рассказывают. Я честно говорю, нормально. Поход. Ребят, ночной шурф у нас продолжается. Активно, активно все фигарят. Советики как бы идут. Но у меня выпала царская копеечка. Год, к сожалению, очень трудно разглядеть, но все же можно. 1897 год. Копейка Николаевского образца. Пойдет. Вон там два комрада дружно фигарят. Вы не слушаете, как они ругаются, потому что они, смотрите, какую глыбу вытаскивают. Там глыба! Ёж твою наль! Вдвоем ее выкидывают. Нет, наверное, печная или что-то в этом роде. Но глыба огромная, слышали? Ладно. Здесь у нас археолог копает. Вообще зачетно. Смотрите, он ступеньками режет все. Вообще классно. Там твоя страна. А что, под камнем сигналит? У меня сигнал был, да? Паш, а что ты к нему ушел вообще, Паш? Ой, смотри, ага. Здесь что. Что там? А? Брат, да? Че, сигналит что-то хорошо? Давай в прямом эфире посмотрим, один что там. Камень. А? Еще один камень? А, нет. Это засыпка. Правильно, давай сюда пошли. Да, ко мне, давай, ко мне, бля. Все сигналы туда, к Сережке. Ну это уже где-то рядышком материк, бля. Рядышком. Но это не материк. Сереж, давай тёра включай, блин. Ну-ка, бери свою жопу. Ну ага. Нет, а что-то. Да он, наверное, красная хует фигня. Не. А ведь, может, максимум какой-то. Да? Короче, Ванюшка хрен найдет. Промазал. О, попал. В камушки. Чё-то не вижу круглика. Кругляшок не вижу. Чё там? Жбонь какая-то, да? Вот мы, знаешь, что это подвязывали, который этот... отвес. Какой отвес? Ну, типа уровень делали из нитки. Там даже камни торчит. Ну что, для уровня он больно легкий. Ну, тяжеленький. Ну ладно, жбонь. Мы пошли царей копать. Здесь вот цари, ребят, вот в этой яме цари. Ребят, мы дружно подбираемся вот к этой куче горе. Куча такая. И это у нас печь. Там у нас сигнальчики есть. У Костяна не особо. У меня сейчас был ножичек, детская посудка. Блин, если бы собирали всю посудку, у нас был бы сейчас это. Целый набор. Смотрите, до сих пор остались половые доски. То есть это пол. Как вы видите, я копаю под полами. И вот выпала монетка. Монетка 20 копеек 1941 года. Вот такая. Неплохая, в хорошем сохране. 41 год. Нормально. Советов уже накопали из этого фунда в изобилии. А женек до сих пор еще не приехал. Фань. Что там? Не знаю, снимай. О, здесь что-то? А, вот, смотрите. Совет. Да, ребят, опа. Что это у нас? Советик по размеру пятнашечка. Год. Сань, ты не поверишь, но там еще что ли? Есть, да. Смотрите, еще там должно быть. Так, а это пятнашечка. Я охренею, если сейчас будет это, если эта пятнашка будет 42-го года. 40. Вижу. А дальше. Интрига, ребята. Интрига. Вот он. Смотрите, у Костяна еще в одном комбончике две монеты. На этот раз двадцатка. Ну, двадцатку год смотреть не можно. 54-й. А вот десяточка 40 какой-то. 40 какой-то. Посмотри, может, 42-й.
если 42-й коп удался. 45-й. 45-й? Да. Ну, все равно нормально. Из одного камушка две монеты. Может, ты куда-то там пришел в нормальное место? А! Рогатку, смотри. О, ребята, рогатка! Тоже из детского набора. Да, детская, блин, молодость, ребята. Мы тут резиночки делали и пуляли. Ладно, хоть здесь шпонок нету, ёшкин кот, бля. А то бы мы сейчас здесь их накопались, этих шпонок. Не надо говорить? Говори, наоборот, говори нашу. В смысле нашу? Почему нашу? А почему не вашу? Общая. Не общая? Тогда предупреждаю, я хоть очки сниму. Сейчас я пробегусь, посмотрю, кто чем сразу стали, кто-то чем-то начал заниматься. Суета какая-то. Там в машине кто-то лазит, кто-то угли топит. Короче, все разбрелись и подают вид, что кто-то чего-то делает и чем-то занимается. Я не знаю. Это так вот женский пол влияет, ребята, на мужское сообщество. Вот, так что погнали. Привет, Татьяна. Привет. Привет, солнце. Привет. Ребят, смотрите, как сразу ярко стало у нас в нашем лагере. Тепло и уютно. Год не виделись, представляете? Целый год. Ровно год. Кстати, да. Таня, а ты помнишь, что ровно год назад ты у меня выиграла монетку? Да. Вот, я тебе ее привез. Да ладно? Да. Сейчас будешь дарить. Вот. А как Татьяна? Как Татьяна приехала? Ребят, сразу смотрите. У нас столько сразу поваров объявилось. Все начали что-то показывать свое произведение искусства. Даже вон Костяныч на сковородке. Смотрите, на сковородке. Там офигарит. Картошку, ребята. Картошка на сале. Картошка. Вот это, блин, повара кругом, блин, а. Вот такая вот монетка уходит в твои личные владения. Хоть ты не копаешь. Спасибо что... большое, спасибо. Ну, мое солнце. Ну, ребят, вот так вот. Монетка моя! В общем, ребят, вот так вот немножко у нас иногда бывает. Истерично, конечно, но очень приятно. Ну, я не истерила вообще-то. Да, вон аж Кинг возбужден ходит. Не только Кинг, да? Я уже вас... А, я вон уже вижу, смотрите, какая... Это то, что откапали. Ребята, он хотел вот такую ложку ей подарить. Но я аж сам удивился, бля. Неужели он на самом деле хочет такую ложку ей? А на самом деле, ребята, смотрите, какая ложка. Ну-ка, Тань, дай. Я не могу, я не могу. Ребята, ложка. Ложка вот такая вот интересная. Смотрите, с одной стороны имеется Екатерина, а с другой имеется орел. Даже год, наверное, да, видно? Не? Не видно, Паша? Год есть? Мое, да? Спасибо большое, спасибо. Так, жена, надеюсь, Паша не видит, да?